Привет-привет! Я получила вот такую большую посылку от Мыломании. Сейчас мы с вами ее посмотрим. Коробочка большая, поэтому буду вытаскивать из коробочки, потому что она в камеру не входит. Вот, смотрите, что у меня пришло. Лисичка с венком. Ягодки. У меня такие есть, только не с Мыломанией. Я решила их сделать побольше, чтобы на праздники сразу залил и сразу собрал букеты. Белочка. Давно хотела такую кружку, чайная пара. Мимоза. Так, хочу посмотреть я мимозу. И чайную пару. Так, в этом видео я постараюсь что-нибудь залить, чтобы в одном видео было. Вот мимоза, очень красивая. Так, и вот чайная пара. У меня есть кружечки, но такой нету, как говорят. Мне надо? Не надо. Так. Ну, маленькая такая, хорошенькая будет кружечка. Наверное, кружечку с вами зальем. Она вон с вензелями. Ну, посмотрим сейчас. Так, это я откладываю подальше формочки. Так, что у меня тут такое? Это вот бальзамницы по 20 грамм они идут. Так, перевязано плохо, ну другие мешочки переодену. Так, вот такие вот они маленькие, как раз они подойдут для пчелиного крема. Я делаю в маленьком объеме, будет либо универсальный бальзам. Можно, кстати, даже еще, знаете, как сделать? Делаю я воздушный десерт, масла жидкие, твердые, взбитые. Можно минималку сделать сюда, потому что мои девочки, им нравится лицо мазать. Ну, я им не советую, но им нравится. Ну, нравится, пусть делают. Поэтому можно их приспособить для этих целей. Так, это вот я заказала несколько упаковок. Вот три упаковки бальзамниц. Так, потом у меня баночки. Так, тут не написано. Они идут разного цвета, но они побольше. Мне кажется, 40 или 50 грамм. Ну, это тоже для разных косметических целей. Вообще, они как бы идут для скрабов. Ну, для скрабов это маловато, да? Ну, так можно для чего-нибудь придумать. Я потом все в другие мешочки сделаю. Так, их я тоже заказала. Две упаковки. Так, потом вот такие вот контейнеры. Тоже для косметических целей. Вот они как выглядят. Знаете, на что похоже? Помните раньше, когда 80-е годы, ну, в 90-е еще было, в 2000-е были. Фотографировали мы на пленку-то, и пленки были в таких вот капсулках, только капсулки были такие хлипенькие, а это прям такой хороший пластик. Вот, тоже баночки для косметических продуктов. Так, потом я заказала помадницы. У меня хоть и есть, но я еще заказала, потому что они шли там совсем дешевые, вообще копейки. Сколько сейчас не скажу. Вот, я заказала три упаковки. Они ассорти, потому что бальзамчики в холодное время идут хорошо. Пусть будут.
Так, это вот эти же баночки. То есть я сразу беру побольше объем. Вот. Заказала вот еще такие вот контейнеры. Сейчас покажу, какие. Сюда можно и соль для ванны, и скрабики. Ну, хоть что, мерцающую соль сделать, да? Вот такая баночка. Я не скажу сейчас точно, какой объем. Вот с такой вот крышкой. Они тоже шли копейки, поэтому я заказала сразу побольше. Пусть будут. Вот, я заказала две упаковки. Полный стол у меня. Так, потом я еще заказала вот такие вот бальзамницы, они по 30 грамм. Их тоже можно использовать для пчелиного крема. Можно использовать для бальзама, для губ, для воздушного десерта, то есть взбитые масла тоже можно. Тут хорошая баночка с такой вот закрывашечкой. Хороший объем. Тоже заказала, по-моему, две упаковки, да. Ну, потому что они там недорого шли, я сразу заказала. Пусть будут, потому что в закупке я редко участвую, а специально их покупать, сами знаете, лучше взять сразу побольше. Смотрите, сколько много всего. Так, вот три упаковки. Так, вот такой вот краситель я заказала. Карамель. Вот еще помадницы. Так, я буду обратно, а то мне не лазит тут ничего на стол. Так, это вот крышечки от каких-то баночек. От каких я не знаю, не пойму. Или это баночки такие. Какие-то крышечки. Ну-ка посмотрю. А то, может быть, такие какие-то мини-баночки. Нет, это крышка. Крышка. А это? Это тоже крышка. Нет, такая же крышка от каких-то баночек. Может быть, тут какие-то баночки без крышки у меня. Не знаю, не пойму. Ну, да, ладно. Вот такие коробочки взяла. 50 штук я взяла на одно мыло. Сюда можно и натуральное мыло, и... из основы мыла. Ну, мне нравятся они. Раз-раз-раз сложил, и получилось прям вон сразу красивая коробочка. Вот, видите? Все. Она тоже шла. Ну, вы знаете, когда в закупке участвуешь, там недорого получается. Поэтому я взяла вот таких вот коробочек 50 штук. Там, наверное, вам слышно, как у меня кошки бегают. Я их накормила, они от радости у меня начали бегать. Так. Так, вот отдушечки еще. Наконец-то мне достались японские отдушки. Так, еще я делаю парфюм, духи. Вот такие духи буду делать. 4 штуки тут должно быть парфюма. Читать не буду. Если вам интересно, можете остановить камеру и посмотреть. Так. Вот он, 4-й, да. Вот они, духи, Том Форд. В основном Том Форд. Вот этот Том Форд.
Хлоя. Не знаю, не могу прочитать. Тоже Том Форд. И вот такие вот японские отдушки. Малина, вербена и сицилийский мандарин. Хорошо, что они светлые. Сейчас я понюхаю. Они очень вкусно пахнут. Ой, флакончик тяжело открывается. Ладно. Очень вкусно пахнут. Так, и еще у меня тут... Сейчас я немножко тут приберу. Я заказывала... Сейчас скажу, что... Флакончики для духов. Большие и маленькие. Это вот большие. Вот такие вот флаконы, 10 штук. Я заказывала. Они идут по 50 грамм. Так, а тут, наверное, флакончики, которые маленькие. А нет, тоже большие флакончики. Ну-ка, вот эта вот коробочка. Да, вот эти маленькие флакончики. Вот. По 6 миллилитров они идут. Вот такие флакончики. Потому что некоторые не знают, как духи будут носиться. Покупают маленький объем, потом большой. Вот такие флакончики, они идут с колесиком. Очень удобно пользоваться. Вот. Заказала тоже сразу. Сразу много. Вот такая у меня посылочка. Так, сейчас я все это уберу, к вам вернусь, и мы с вами зальем кружечку. Так, я приготовила вот такую вот кружечку и вот такую вот мимозу. Так, развела основу. Добавила уже краситель. Отдушечку. Так. Много не надо пшикать. Резиночка. Так. И наливаем. Маленько. Так вот пошурудим. Дольем. Так. Кружечку. Кружечку я, ну, раза три вот так вот пшикаю. Донышко, оно, видите, оно двойное, поэтому я соединила резиночкой. Но сейчас мы пару раз пшикнем, потом нужно будет пройтись палочкой, так как там вензеля. Остатки стряхнем. Так. Тут я тоже добавила аромат-краситель. Она будет у нас с вами голубенькая. Я думаю, все хорошо прольется. Даже пузыриков нету. Лишнего налила. Так.
Так, ну все, ждем. Так, ну что, будем смотреть красоту? Давайте посмотрим. Ой, какая красавица! Ух ты, такая пушистая. Смотрите, какая прелесть, да? Вообще. Красота. Чуть-то снова с пузырями у меня почему-то получилось. Ой, какая прелесть. Блюдечко. А тут хорошо все. Ой, какая прелесть. А кружечка такая маленькая. Хорошенькая. Кстати, эти кружки есть на Валберисе, я смотрела. Так, так, так. Проблема вытащить. Так, сейчас минуточку. Мы сбрызнем спиртом. Запустили воздух туда. Кружку, конечно, трудненько вытаскивать. Ну так она хорошенькая такая. Масенькая, маленькая. Смотрите, как получается. Так, так вот ее выровнять. И три сиреньки можно, да? Можно две. Ой, сиреньки. Мимозы. Три мимозы. Тут немножко подрезать. Здесь вот оно выпуклое. Тут немножко можно подрезать, подклеить. И две мимозы. Или можно мимозу тут подснежники сделать. Да хоть что. Вот такая красота получилась у нас с вами. Еще раз покажу вам поближе. Все вензелечки пролились. Все хорошо. Надо только смотреть, чтобы не было пузыриков в самой основе. Аккуратненько все делать, качественно. Ну, а так. Я довольна. Всем спасибо за внимание, кто посмотрел меня до конца. Всем пока-пока. До скорых встреч. Варите мыло.